поделиться пасхальной радостью. В уральской столице подвели итоги конкурса «Пасхальная открытка». В творческом состязании приняли участие воспитанники воскресных школ из 16 приходов Екатеринбургской епархии. Музыкой звучной, хрустальной, чистой, звон колокольный летит с небес. Праздник прекрасный к нам в дом стучится. Радуйтесь жизни, Христос воскрес! Сектор церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии уже несколько лет успешно проводит детские конкурсы по созданию видеоработ. В рамках таких проектов ребята могут попробовать себя в качестве режиссеров, актеров, сценаристов, помогать при монтаже и даже озвучивании фильма. Такой формат творчества получил большой отклик среди участников. Это любимое дело воскресной школы, так как в каждой воскресной школе в эти пасхальные дни царит такая радостная, яркая атмосфера. Везде звучат возгласы «Христос воскресе!» И ребята с удовольствием снимают ролики о том, как они проводят вот эти светлые дни пасхальные. В этом году ребята... Некоторые снимали смешные сценки, да, допустим, кто-то пел тропари на греческом языке, показывали, как они проводят выставки и показывали в роликах свои красочные рисунки. Важно отметить, что работы были созданы не только для участия в конкурсе. Главной целью было создать живые открытки. Яркие видеоролики стали отличной альтернативой пасхальных поздравлений в социальных сетях и мессенджерах. Ярко солнце светит, в небе дай любовь. Мы сегодня вместе к ям святой идем. Люди улыбаются, слышат звон с небес. Посмотреть все видеоролики можно в группе отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии в социальной сети ВКонтакте. Лучшие конкурсные работы будут показаны в эфире нашего телеканала.